Ветер с дождем на перроне. Рядом со мною стоят. Скоро я буду в вагоне чаем себя согревать. Ночь пролетит так привычно, вспышка. И вот уже днем встретит меня, как обычно, ветер холодный с дождем. Вдруг мое сердце застыло. Я на мгновение в раю. Мне проводница так мило дарит улыбку свою. Мне, одному из десятка рядом стоящих людей. Чувствует сердце украдкой, нужно решаться скорее. Звук отправления, поезд тронулся, рельсы дрожат. В них пробуждается скорость, бросился к ней я бежать. Номер пишу на бумажке, скомканно, лишь бы успеть. Бросил в окно на отмашку. Бросил в последний момент. Так и не видел. Поймала. Или бумажку мою ветром сырого вокзала сдуло под поезд. Стою с ветром, с дождем на перроне. Мысли разлукой кипят. Через минуту в вагоне греюсь я чаем. Опять ночь пролетела привычно. Вспышкой. Один, угнетен, дома сижу, как обычно. Вдруг зазвонил телефон.